Очень красивое место. Гостиница сразу у подножья горы. Показываю вам пляж гостиницы. Большой, широкий пляж. Смотрите, там есть отдельные павильоны. Они, конечно, за доплату идут. Вот у нас шезлонги-зонтики. Так, друзья, показываю вам горки. Значит, смотрите. 1, 2, 3, 4. Стандартный номер в гостинице Amara Premier Palace. Большой балкон. Друзья, и обязательно посмотрите это видео до конца, потому что там подписчиков моего канала ждет подарок. Привет, друзья! Смотрите, в этом видео показываю вам всю необходимую информацию по гостинице Amara Premier Palace. В общем, смотрите видео и все детали по данной гостинице. Вот у нас холл гостиницы. Значит, здесь вот такие вот фонтаны на входе сразу. Очень красивое место. Гостиница сразу у подножья горы. Сейчас заходим в сам холл гостиницы Amara Premier Palace. Есть автоматические двери. Сразу видим высокие потолки в холле. Несколько огроменных люстр. Очень просторный холл. Слева у нас ресепшн. Дальше сразу у нас лобби-бар. Прямо со входа. Такие вот кресла есть. Огромные, большие. Реально как-то чувствуется такой вот в названии самой гостиницы шарм Премьер Паласа. Стандартный номер в гостинице Amara Premier Palace. Две раздельные кровати. Есть вот такая вот софа. Показываем вам балкон. Большой балкон. Виды с балкона. Значит, боковой вид на море. Если прямо смотреть, там здание, наверное, местных жителей. Ну а с правой стороны у нас вид на горы. Вот такой вот вид из балкона стандартного номера гостиница Amara Premier Palace. Чайный набор в номере. Естественно, есть кофе, чай, водичка. Сейчас постараюсь показать вам мини-бар. Так, смотрите, в мини-баре у нас напитки. В баночках водичка, две баночки пива, сок в пакетиках и какие-то печенюшки в мини-баре. Значит, в номере, естественно, имеется телевизор достаточно таких хороших размеров. Номер в светлых тонах. Приятный номер. Ничего такого критического не вижу в номере. Все вроде бы качественно. Хорошая мебель. Высокие кровати. Показываю вам санузел в номере стандарт гостиницы Amara Premier. Извините, нету света, нету карточки от номера. Естественно, освещение работает при наличии карточки. Значит, здесь у нас ванная, душевой кабинки нету. Есть косметика, полный комплект. Ага, друзья, извините, значит, смотрите, душевая кабинка здесь отдельная. Вот она здесь. И тут вот туалет. В принципе, санузел очень просторный. Реально он такой хороших, больших размеров. Там, естественно, вон тапочки. Так, друзья, показываю вам санузел в номере гостиницы Amara Premier Palace. Значит, сейчас я нахожусь в номере Duplex Suite. Перед этим я был в номере стандарт. Смотрите, санузлы абсолютно ничем не отличаются. Поэтому тут у нас есть свет. Я вам хоть немножко покажу более-менее состояние санузла.
Значит, есть у нас полный комплект косметики. Есть у нас вот тут вот душевая кабинка. Естественно, туалет. Душевая кабинка чистая. Полностью чистая, никакой плесени я здесь не вижу. Есть также сама и ванная, тоже она белоснежная, все чистенькое убрано. Хороший санузел. Показываю вам категорию номера Duplex Suite. В принципе, все то же самое, что в том номере. Единственное, что он большей площади, он состоит из двух этажей. Здесь мы имеем вот такую вот лестницу на второй этаж. Вот этот второй этаж. На втором этаже абсолютно все одинаково, в принципе, как в номере стандарт, за исключением того, что там есть еще один отдельный санузел. Вот так вот выглядит второй этаж Duplex Suite. Здесь есть выход на террасу. Вот такая вот терраса. Есть шезлонги, где можно позагорать, если вы не хотите идти на пляж, либо к бассейну. Очень просторные номера. Вполне нормального качества. Да, можно где-то найти чему-то предаться, каким-то грехам, но в целом качество вполне нормальное номера. Как вы видите, в отеле есть несколько магазинов. И тут вы можете купить какие-то сувениры, если вы хотите что-то привезти домой. Но если вы хотите чуть-чуть большего разнообразия, то тогда вам нужно выйти за территорию отеля и немножко пройтись метров 400. Да, это не Кемер, но тем не менее разнообразие магазинов будет больше. Хотя и сам Кемер не самое лучшее место для шопинга. Так, друзья, смотрите, показываю вам территорию гостиницы Amara Премьер Палас. Так, здесь вот у нас основной бассейн, есть шезлонги, зонтики. Бассейн такого немаленького размера, сразу говорю. Так что, я думаю, будет здесь места всем достаточно. Есть много шезлонгов, зонтиков. Вижу и свободные есть, то есть нет такого, что нету недостатка. С этой стороны у нас, значит, сразу подходит скала. Сейчас мы идем по такой вот аллее из пальм. Пальмы ухоженные, красивые. Там у нас аквапарк, как вы видите. Потом я вам постараюсь, естественно, его показать. Ухоженный газон, хорошо подстриженный, зеленый. Я не вижу никаких выгоревших частей в газоне. Видно, что территория ухоженная, чистая. Итак, пока я вам показываю территорию и состояние этого отеля, расскажу вам несколько положительных характеристик. И один очень важный нюанс, чтобы у вас не было непредвиденной, неловкой ситуации, когда вы приедете на отдых в этот отель. Итак, первое, в отеле есть два бассейна с подогревом. Один крытый в спа-центре, второй открытый. Это большой плюс для туристов, которые едут либо рано весной, либо поздно осенью, когда водичка и в море, и в бассейнах уже прохладная. В отеле есть бар 24 часа в сутки, в котором, в принципе, есть алкоголь местный и импортный. Некоторые импортные даже есть бесплатные. Для любителей диска в отеле она есть. Работает примерно до 2-2.30 ночи. Интернет бесплатный по всей территории, в том числе на пляже и в номерах. А теперь самый важный нюанс и совет по выбору номера. Моя рекомендация — выбирать только номер с видом на море. Либо номера, которые смотрят в сторону моря, либо в сторону Кемера. И по возможности, если вы все-таки не бронировали номер с видом на море, то при заселении старайтесь избежать номеров, которые смотрят в сторону Анталии, то есть на гору. Потому что есть часть номеров, которые выходят на какое-то подсобное помещение с территорией, которое имеет не очень эстетический вид, да и часто бывает там шумно в виде каких-то ремонтно-строительных работ. Вот мы подходим уже к пляжу. Здесь у нас бич снэк-бар. Есть напитки алкогольные, безалкогольные. Есть у нас, я смотрю, здесь пицца. Есть бургеры. Вот у нас где гости этой гостиницы кушают эту еду, которую есть
в снэк-баре на пляже. Тут у нас а-ля карт. Вот мы пришли на пляж гостиницы Amara Premier Palace. Кстати, вот смотрите, друзья, есть сцена, там где проводится анимация. Так, друзья, смотрите, пришел я на пляж гостиницы Amara Premier Palace. Показываю вам пляж гостиницы. Большой, широкий пляж. Смотрите, там есть отдельные павильоны. Они, конечно, за доплату идут. Вот у нас шезлонги-зонтики. В принципе, все такое чистенькое. Материал не синтетика. Это очень хорошо. Дальше сейчас вам покажу пляжное покрытие. Вот такое вот песочно-галечное такое вот покрытие. Вполне мягенькое, но такая меленькая-меленькая галька встречается. Дальше сейчас показываю вам сам ход в море. По пляжу у нас есть вот такие деревянные дорожки, чтобы вы могли ходить с комфортом. Также, если у вас есть коляска, вы ездили по пляжу на коляске, чтобы вы могли нормально проехать по пляжу со своей детской коляской. Так, перед ходом вот тут уже чуть-чуть есть крупнее вот такая вот галька. Вот, надеюсь, вам все видно. И дальше у нас заход. Смотрите, значит, заход, мелкая галька, там вот буквально 1,5 метра, там чуть-чуть крупнее гальки, потом идет песчаный заход, и потом дальше уже метров так через 15 начинаются булыжники. Значит, смотрите, для тех, кто не очень любит такие заходы, здесь есть вот такая деревянная дорожка, то есть вы сразу заходите, и там уже глубина, где вам будет нормально можно поплавать. Вот такая вот дорожка есть для того, чтобы можно было зайти комфортно в воду. Также есть пирс. Значит, на пирсе есть павильоны. И также есть, вот вы с пирса можете сразу спуститься там, где будет глубина, и вам не надо будет ходить по этой гальке. В общем, друзья, таким вот образом выглядит пляж гостиницы Amara Premier Palace. Надеюсь, вам все понятно, я показал в этом видео. Напишите, конечно, в комментариях, что же вы считаете, ваши впечатления от пляжа гостиницы Amara Premier Palace. Насколько он удобный, насколько он комфортный. Естественно, я все это посмотрю, да и другие туристы и подписчики нашего канала все это посмотрят и будут, я думаю, учитывать эту информацию по пляжу гостиницы Amara Premier Palace. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе полезной информации, чтобы все ваши путешествия проходили только с положительными впечатлениями. Так, друзья, показываю вам горки гостиницы Amara Premier Palace. Как они выглядят? Значит, смотрите. 1, 2, 3, 4. 4 горки я вижу для взрослых. Вот, сейчас, кстати, перерыв. Горки работают 2 часа до обеда и 2 часа после обеда. А вот слева от горок для взрослых, вот у нас горки для деток. Вернее, не горки, а одна горка. Такая небольшая, чтобы маленькие детки, там, наверное, до 5 лет, могли тоже покататься на горке. Вот так она выглядит. Тут даже накрытие есть небольшое, чтобы был тенек, если сильно печет солнце, чтобы детки ваши не сгорели. Ну и вот такой вот кораблик тоже, в нем есть для совсем малепусечек такая вот небольшая горка. Естественно, здесь есть вокруг горок шезлонги, зонтики. То есть, если вы привели своих малышей, чтобы они покатались на горках, то вам тоже есть где отдохнуть возле горок на шезлонгах. Ну и самим покататься, если хотите, вот на этих горках
В общем, друзья, кто катался на горках, напишите ваши впечатления от этих горок. Я думаю, в принципе, вполне достаточно, чтобы покататься. Да, это не грандиозный аквапарк, но тем не менее, 4 горки – это достаточно для гостиницы, чтобы гости данной гостиницы могли и получить даже услугу в виде таких вот горок. Показываю вам питание в этом отеле. Значит, это вы видите главный ресторан и сервировку в главном ресторане. Смотрите, значит, все подробно показывать именно в этом видео я не буду, потому что есть отдельное видео с обзором обеда, как это все выглядит, конкретно как выглядят блюда и та еда, которая представлена в главном ресторане, есть в отдельном видео. Ссылочка будет в описании к этому видео, поэтому там все посмотрите. По завтракам. Обычный нормальный завтрак для стандартной турецкой пятерки. Что означает стандартной турецкой? Это яйца, омлет, выпечка, салаты, нарезки, сырные, колбасные, сладости, йогурты, хлопья. В общем, типичный завтрак для стандартной турецкой пятерки. Только не нужно сравнивать с отелем Amara Dolce Vita. Это тоже сеть Amara, но отель на порядок выше уровнем, соответственно, и завтрак у него тоже будет более интересней. Обеды и ужины похожи, отличий немного. В целом много мясных блюд. Разнообразие мясных блюд представлено несколькими видами мяса, то есть в этом вопросе все окей. Фруктовый стол. Все красиво, все свежее, все вкусное. Сладкий стол тоже мне понравилось, то есть тоже все красиво, все вкусное. Ну, в общем, отличный отель в качестве питания по стандартным турецким меркам. Кстати, для детей есть блендер и микроволновая печь. Также ресторан может принимать индивидуальные заказы. По возможности они приготовят еду для вашего ребенка. Единственное, что в отеле нету пакетированного сока и пакетированного йогурта. Друзья, и то, что касается территории гостиницы Amara Premier Palace, с одной стороны, я бы не сказал, что она грандиозно большая, но чувствуется вот простора, то есть очень комфортно здесь находиться, гулять. Естественно, как бы здесь присутствует, конечно, зелень, присутствуют пальмы, присутствуют сосны. Но вот лично для меня вот недостаточно количество этих сосен, если, допустим, отдыхать здесь, получается, в июле и в августе месяце. Вот. Тем не менее, как бы, в принципе, гостиница комфортная, с очень красивыми видами на горы, которые ее окружают. Эта гостиница находится первой по въезду в поселочек Бельдиби, который находится в регионе Кемера. То есть ехать сюда, в принципе, наверное, минут 40 до, ну, 40 максимум минут от аэропорта Анталии. То есть трансфер не длинный будет. Друзья, надеюсь, я то, что вам показал, будет полезным для принятия правильного решения по выбору гостиницы, подходящей для вашего отдыха. Потому что гостиница заслуживает внимания по качеству. Вполне хорошего качества гостиница. Может быть, где-то присутствуют где-то какие-то мелкие там сколы и тому подобное. Опять-таки, мы сюда едем за отдыхом, поэтому тут смотрите, друзья, стоит, не стоит к этому придираться. Лично для меня это не играет никакой роли. Ну, а вы пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось в данной гостинице. Делитесь вашим мнением с другими подписчиками нашего канала. И о сюрпризе, о котором я говорил в начале этого видео. Друзья, подарю 500 евро моим подписчикам на отдых в отеле Amara Premier Palace. Информацию, кто из моих подписчиков получит этот подарок, я оставлю в моем комментарии под этим видео, так что обязательно его почитайте. На этом все, друзья. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Пока-пока.